Всем привет, друзья! Короче, давно с нами обоими не было видео, потому что мы были немножко заняты туда-сюда. Но сегодня мы снимем новый ролик. Нам подписчик написал, попросил найти человека по адресу Гонды 2. Шапка Игорь Олегович. Вот. И сейчас мы приступим к этому. Если кого-то найдем, будет хорошо. Шапка Игорь Олегович. Просто по фамилии. Я его так лично не знала, но я слышала, но шапка еще во время обстрела, когда здесь было 17 на год. А, значит, его возле дома похоронили? Хоронили всех. А потом перехоронили или не знаете? А потом перехоронили всех, а куда? Не знаю. А, значит, ну передать, что он умер. Ясно. Ладно, хорошо, спасибо. В общем, как мы узнали, Шапка Игорь Олегович умер во время войны. Это нам рассказали соседи. И сейчас мы будем покупать на 1000 рублей корма для котов в этом магазине. Погнали. Здравствуйте. Можно корма для котов? Да это вон девушка. Видеосвязь не надо здесь вести. Так, это 10 на 500. И на 500 тебе сделать недорогого, да? Ну да. Давай. Спасибо. Ёлочка пахнет так же хорошо, как вы, наши любимые подписчики. Короче, как вы поняли уже, нам не разрешили снимать в том магазине, но наш хороший оператор Кирюша положил телефон в сумку и снял. И, как ни странно, получилось все офигенно, так что теперь, если нам не будут разрешать где-либо снимать, чисто только ради вас, дорогие подписчики, мы будем снимать все только в скрытой съемке. И у нас это обязательно будет всегда получаться. Конон котиков. Он на всех. Ребят, покормите меня, скините меня на покупку. И мы сейчас вручим бабушке попозже подписчику. Вот этот корм и 1000 рублей. Она нам скинула эти деньги. И вот мы никого не обманываем, все честно скинем. Поехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, короче, вот нас попросили передать. Смотрите, это для котов, короче, корм для котов. Это моему котику? Или вашему котику, или всем или котам. Или уличным. Да, и 1000 рублей. Это не, так это вы уже... мне уже давали. Не, это не от нас уже. Это не от нас. Дай. А от кого? А, подписчица переслала вам, сказала лично кто? Передать. Подписчица. Подписчица. Да? Да. Ее заинтересовал мой рассказ? Конечно, заинтересовал. Знаете, какая вы интересная женщина. Возьмите, уберите сразу. Что она сказала? Она сказала, вы очень интересная женщина. Да, я в молодости была очень интересная. А это что вы делаете? А вот это вот, я вот сейчас буду варить это. Вот, видите, тут вот. Можете заснять. Картошечку из мундиров и яйца. Вот. А рядом потому что? Что думаю, что завтра мне надо что-то кушать. Конечно. Вот. Вас кормят вас родители, да? А у нас свет, вода у нас же есть. Мы сами сейчас уже можем. А мы как вот туземцы. Да. Вот и убрала немножко там, туда через окно грязную воду выливаю, там же все равно мусор. Можете присесть и посмотреть, что я ложу, как ложу. Вы же будете показывать, это же вы, да? Ну, конечно. Ну, вот я, как говорится, никогда молодости этим не занималась, а сейчас занимаюсь. Ну, имела какое-то представление, потому что я сама с Белоруссии, костры там мы жгли, молодые были, интересовались, нам все было интересно. И вот я помню, как я разжигала, и вот пригодилось мне. Так что вы... Я сам научился дрова рубать за 3 месяца. Вот и я, девчонки, мы все рубали сами дрова. Вот, а потом... Вот такие сухонькие. Так, чтобы не забыть, вот зажигалка я прижму. И вот, не думала я, что мне вот это пригодится когда-то. А может вам это, газовый котел? А где его взять мне газ? А попросим, нам деньги скинут, купим газовый котел вам. Газовый баллон. Газовый баллон. Это газовый очень баллон. Дорого. Да не немного, ничего, 1000-3-4 рублей. А, ну смотря на сколько этих. Литров, да. 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 Это ж удобнее гораздо будет, о, правильно? О, конечно. Да, так я... Раньше я котикам своим и утром варила кашу, и утром их кормила, и вечером, 2 раза на день. А сейчас не могу. Потому что, ну, хорошо, здесь появились женщины другие, которые тоже любят котов и тоже вот варят. Ну, она семейная женщина, там варит мужу своему кушать, семье. И вот получается, что у них там что-то остается и выносят. А я вот
Тогда ж на газовой плите варила все. Специально для них кашу варила. И своему коту. Вот думаю сварить, а там подружки ждут. Так я уже думаю, я его открою, ему баночку кильки. И хлебушек размачиваю. И кильку туда, это и он кушает. Или творожок покупаю ему на выходные дни. А хотя, знаете, с другой стороны, если вас скоро расселят же в другое общежитие. Я не знаю, я очень переживаю. Вот так можете всем передать, что бабушка переживает за этого кота. Ну, они нам обещают койко-место. Это вот вы представляете, что это такое? Ну, типа так, хостела. Как общежитие будет. Ну да. Одна койка, тумбочку, наверное. А я и говорю, а я что за всю жизнь работала, нажила на диван, на шифонер, на телевизор, на тумбочку, на стол, на кресло. Куда мне все это девать? Ну, сказали, посмотрят. А когда смотреть, когда уже прижмет холод и дожди пойдут. Вот что нас всех, которые тут живут, и всех нас вот это вот интересует. Вот, мужчину попросила соседа, он мне вот нарубал вот таких вот кусочков. И я теперь вот, там у меня склад дерева. Больше ж никого нету здесь. Я одна. А так мы тут еще жили, две бабушки. Так мы тут вместе варили вот это. Все этот, каждое дрова себе где-то искали. И вот так вот. Вот все. Теперь вот картошка так закипит, 20 минут, она уже готова. А яйца там, как вода закипела, сразу можно их уже вынимать, они уже будут готовы. Вот это будет завтра завтрак, чай. Вот кружка у меня литровая. Она, правда, тут кипяченая вода. Ну, подогреется и все. Рыжик, ты куда залез, целиком ешь? Тебе хозяйка потом по чуть-чуть даст. Голодный кот, ё-моё. Ля-ля-ля, уже кульки от отца моего. Я ему покупала, да ты достал, нашёл. Конечно, достал, нашёл. А, вот жулик ты такой. Что даже не представляю, как вас зовут? Вера Ивановна. Вера Ивановна, фамилия всё. Моя Зайцева, по мужу. До свидания, Вера Ивановна. До свидания. До свидания. Вам всего хорошего. Всё. И вам. Удачи вам в жизни, чтобы вы были красивые, счастливые и очень умные. В жизни надо ум обязательно.